Я думаю, что ни для кого не секрет, что проект «ТВ Шанс» уже не только всероссийский пиар-проект, но и международный, так как есть уже «ТВ Шанс» Киев, также есть «ТВ Шанс» Нижний Новгород, да? И также у нас есть уже, теперь стартовал «ТВ Шанс» Санкт-Петербург. И хотелось бы ваши аплодисменты. И хотелось бы пригласить на эту сцену гостью художественного руководителя проекта «ТВ Шанс Санкт-Петербург» Светлану Кравченскую. Ваши аплодисменты. Меня слышно? Добрый день, дорогие друзья. Я рада всех видеть. Я вообще немножечко даже удивлена и в шоке большому. Столько людей. Очень приятно находиться сегодня у вас на вечеринке, увидеть много хороших талантов, красивых девушек, сексуальных, шикарных мужчин. Я вам желаю всем удачи, успехов. Сегодня я вам представлю одну из исполнительниц Питера, Анну Бояринскую. Она для вас сегодня споет, но в качестве гостя только. Вот, спасибо вам большое за приглашение. Саша, спасибо тебе большое. Вот, мы рады с вами сотрудничать. Будем развиваться, стараться за вами. Всем удачи, до встречи.